Киноиндустрия Казахстана выходит на новый уровень. Впервые в стране начались съемки сериала о летчиках. В создании фильма задействовано большое количество военной техники. Такого разнообразия боевых машин, пожалуй, еще не было ни в одном отечественном сериале. А истребители четвертого поколения Су-30СМ не появлялись даже в зарубежных фильмах. В сценарий также вошла и история любви. Стоит отметить, многие эпизоды сняты на основе реальных событий. Каждая серия – это не просто романтическая история, это какие-то чрезвычайные ситуации, это какие-то происшествия, связанные там с самолетами и вертолетами. То есть все то, что в принципе происходит в жизни. Сериал «Степные ястребы» будет интересен не только для женской аудитории. Я думаю, что каждый парень, каждый мужчина, который когда-то мечтал стать летчиком, смотря этот проект, будет наслаждаться. Приготовились? Приготовились, давайте. Тишина. 3, 2, 1, начали. 10, 20, 2. Творческая группа отрабатывает эпизод отправки героев сериала на поиски заблудившихся в горах иностранных туристов. Съемки проходят на настоящем военном аэродроме. Молодая актриса Фариза Ескермес играет роль единственной на авиабазе женщины-летчика. Девушка признается, что этот актерский опыт очень интересен для нее. Такого мы не видели в жизни. Не летали на военных самолетах и вертолетах, например. Имя моей героини Мадина. Она единственная женщина-летчик среди мужчин. Она также живет вместе со всеми в казарме и выполняет все задания, которые дает командир. Порой даже лучше некоторых парней. 12-серийный фильм снимается при поддержке Министерства обороны по заказу агентства «Хабар». Премьера «Степных ястребов» состоится в эфире телеканала уже осенью этого года.